Привет, меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции. В этом видео я расскажу, как проходит технический осмотр автомобиля в Турции. Сейчас моя машина стоит на эстакаде. Потом вызывают по специальному микрофону и говорят, поедем туда. Вот я приехал делать технический осмотр. Один из первых. Жду, когда тут все откроется. Вот так вот это все выглядит. Внимание! Если вы не прошли технический осмотр, вам придется заплатить штраф. Смотрите мое видео о штрафах на дорогах Турции и будьте внимательны. Зачем оно вам надо? Проверьте сроки действия страховки. Это важно. Все госналоги и штрафы должны быть уплачены. Если есть долги, то вам придется сначала все оплатить и только потом вас допустят до прохождения технического осмотра. Если вы купили новую машину, то технический осмотр делается раз в 3 года. Если вы купили автомобиль, который уже был в употреблении, назовем это так, то технический осмотр делается каждые 2 года. Вот я приехал сюда в субботу. TÜV-TÜRK называется организация, аналог нашего ГАИ. Суббота, все работают. Выдали мне номер по предъявлению моего техпаспорта и отправили проверить выхлоп и потом сюда. С самого начала нужно сделать технический осмотр топливной системы, тест на выхлопные газы, так называемые СО. Конечно, надо, чтобы в машине был огнетушитель и аптечка, но у меня это не проверили. После того, как все оплатили, записывайтесь на прием. Тут это называется рандеву. Можно лично приехать записаться, но лучше это делать через интернет. Так быстрее и можно пользоваться Google переводчиком, чтобы было вам легче. Прохождение теста на выхлоп СО стоит около 50 лир. Занимает 35 минут и все готово. Сейчас спросят делать перегазовку. Кстати, я обратил внимание, что одна из машин, которая проходила подобную процедуру, была с сизым дымом из трубы. Думаю, что же будет? Дадут ли разрешение на прохождение технического осмотра? И что вы думаете? Да, дали разрешение. Думаю, что тут не так строго с газами, как в Европе. Надо назад так сдать, ставить на яму, потом цепляют провода. Когда у вас на руках есть документ о соответствии с нормами выхлопных газов в вашем автомобиле, вы можете подать все документы оператору в окошко, и вам присвоит номер очереди. Еще 20 минут, и вас прославит оператор на всю станцию. Вызывают по специальному спикерофону и поедет туда. Как только услышите свою фамилию по громкоговорителю, подвозите свою машину, оставляйте ее, и дальше по конвейеру ее начнут осматривать. А так вот моют колеса. Интересная, кстати, процедура. В самом начале привлекла мне внимание специальная штуковина, которая моет колеса. Я такую раньше не видел. Мне показалось это забавным. Мелочь, но интересное дело. В боксы въезжают машины только с чистыми колесами. Так моют мою машинку задние колеса, чтобы не было грязи. 15 минут и осмотр пройден. Все системы по очереди осмотрены. Все специалисты поставили свое заключение. Если есть какие-то небольшие недочеты, тут лояльно делают пометку и предписывают исправить до следующего техосмотра. Вот сейчас моя машина стоит на эстакаде. Внизу яма. Только что посмотрели, как работают все мои поворотники, аварийка. И работник станции пошел вниз под машину, чтобы посмотреть состояние всех моих частей автомобиля. Вот прокручивает колеса.
Сейчас вот приподняли, очень быстро прокрутили колеса, посмотрели. Вон специальный подъемник там. Кстати, я узнал очень интересный нюанс. Поделюсь. Оказывается, много популярных машин типа каблучка, ну, похожих на мою, при покупке оформляются как двухместные, чтобы не тратить налог на пятиместную машину. И водители каждый техосмотр перед тем, как приехать в эту организацию, снимают заднее кресло и проходят техосмотр как транспортное средство с двумя пассажирскими сиденьями, чтобы не платить за пятиместную машину. Интересно. В Турции все-таки, оказывается, есть что-то похожее и на наши особенности менталитета. Это как-то даже было приятно. Проверяют мой свет фар. Спасибо, что досмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на клаксоны. Ну, делайте все, что угодно, короче говоря, чтобы радоваться жизни и радовать других. Если вас интересует недвижимость, проходите. Есть в описании к этому видео информация о каталоге недвижимости. Ну, остальное все знаете. Диндон, дейма, ассаляма, гейдо, гюле-гюле. Ну и, наконец, просто чао, пока.